Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – це життя. Знаєте чому? Тому що жизнь – театр, а люди в ній – актери. І кожен там свою грає роль. Тож, друзі, у нас сьогодні в студії гості. Вони щойно повернулися з Нежина, де брали участь у міжнародному театральному фестивалі жіночої творчості. І зараз готові поділитися з вами своїми враженнями і зарядити вас позитивними емоціями. Адже позитив доречний завжди. Друзі, я дуже рада вітати вас в нашій студії. І хочу ще раз представити вам наших гостей, хоча ви, друзі, їх добре вже знаєте. Василь Цимбал – режисер-постановник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Марина Васильєва – керівник літературно-драматургічної частини, актриса Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. І мій колега Павло Москальов, журналіст, завідувач відділом ведучих програм Миколаївської регіональної дирекції Національної телерадіокомпанії України. Друзі мої, ще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказати телезрителям, що наші гості буквально с колес, прямо у нас в студии. Вот так вот работаем, представляете, практически на износ. И они были в Нежине. Они принимали участие в потрясающем фестивале. Посмотрите, какие они красивые, как блестят их глаза. И они уже готовы заряжать вас, друзья, своими впечатлениями и положительными эмоциями. Я думаю, что, Павел, наверное, первому слово нужно дать тебе. А вернее, даже не Павлу, друзья мои, а давайте посмотрим сюжет, который сделал Павел только что, кстати. Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької в місті Ніжин Чернігівської області став вже доброю традицією. Мистецький захід – простір для творчого спілкування, де творці вистав демонструють, а палки-прихильники театрального мистецтва відкривають нові горизонти пізнання прекрасного. Цього разу фестиваль триватиме із 27 жовтня по 3 листопада, і саме ввечері 27 жовтня фестиваль відкривався виставою Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру «Дерев'я умирають стоя». Традиційно фестиваль стартує 27 жовтня. Це день виходу Марії Заньковецької на професійну сцену у ролі Наталки Полтавки за одноіменним твором Котляревського 1882 року. І ця осінь не стала винятком. Всі з нетерпінням чекали на відкриття 11-го міжнародного театрального фестивалю жіночої творчості імені Марії Заньковецької. Білети на першу виставу акторів Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру були реалізовані ще задовго до урочистого дня відкриття. Ніжин – це моє життя. І цей фестиваль, я вважаю, що ніжинський глядач – це глядач дуже особливий. Я сьогодні говорив зі сцени, говорив правду, тому що дійсно, бачите, глядач, він може пробачити все, він бачить тільки гарне, тільки хороше. І тому це мій обов'язок – проводити цей фестиваль, ну, не я провожу, проводить мій колектив. І тому це обов'язок, і кожного року, в минулому році нам взагалі забороняли його проводити. І тому це обов'язок мій, як жителя міста Ніжина, перед ніжинцями. Роботу колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру ніжинські глядачі сприйняли бурхливо і захопливо. Овації не змовкали протягом 15 хвилин. Артистам довелося неодноразово виходити на авансцену. Розгорнутий репортаж із відкриття 11-го міжнародного театрального фестивалю жіночої творчості імені Марії Заньковецької ви побачите у програмі Інги Коржевської «Я тут живу», яка вийде в ефір у п'ятницю 30 жовтня о 20-й годині 10 хвилин. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької, місто Ніжин, Чернігівська область. Итак, сегодня вечером в программе Инги Харжевской вы сможете более полный посмотреть репортаж, который подготовит Павел Москалев. А сейчас вот из уст в уста давайте услышим именно впечатления, которые переполняют наших гостей. Мариночка, вы ведущая актриса. Ну, расскажите. Ну, в первую очередь хочется сказать о том, что добрая
И давняя дружба объединяет наш коллектив и коллектив Нижинского академического драматического украинского театра имени Михаила Коцюбинского. Они приезжают к нам на фестиваль «Homo Ludens», а мы приезжаем к ним на фестиваль женского творчества имени Марии Заньковецкой. В 2012 году наша заслуженная артистка Сталина Лагошняк получила диплом за лучшую женскую роль второго плана у них на фестивале. А вот в этом году нашим художественным руководителем Николаем Анатольевичем Кравченко было принято решение принять участие в этом фестивале именно спектаклем «Деревья умирают стоя» по пьесе Алехандро Кассона. Это мелодрама, мелодрама очень тонкая, очень такая изящная, в то же время глубокая, философская. В ней множество и комических элементов, что делает этот спектакль очень многоплановым. Впечатления, конечно, очень переполняют на самом деле, и даже не знаю, с чего начать, но в первую очередь хочется сказать, что потрясающий зритель в Нижине, очень добрый, очень чуткий, очень внимательный. Вот мы заметили, что полный зал, Марина, аншлаг, да? На самом деле это более чем аншлаг, это переаншлаг. Намного больше людей пришло на спектакль, чем мог вместить зрительный зал этого театра. Тем не менее, постарались всем никому не отказать. И действительно, когда выходишь на сцену и чувствуешь, что зал просто битком набит, это очень большая ответственность. Тем более, что мы открывали фестиваль, ответственность еще большая на нас была. И как же хотелось сыграть так, чтобы нежинский зритель был потрясен. Нашей работой, потрясен темой, которую мы взяли. То есть такая высокая планка, да, чтобы зритель был потрясен. Действительно. И, конечно же, оценил работу Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это очень важно, представить свой театр на таком высоком уровне, чтобы нами могли гордиться, и мы могли гордиться и собой, и своим коллективом. Я думаю, что нам все удалось, и вы видели эти глаза в зрительном зале, видели этих людей, эти аплодисменты. Я не знаю, сколько раз мы кланялись, я не считала, аплодисменты не смолкали, и мы выходили на авансцену, кланялись, и снова выходили, кланялись, и уже думали, пора закрывать занавес, и все равно Юрий Николаевич Муквич, директор Нежинского театра, просил нас еще выходить на авансцену, потому что нас зритель просто не отпускал, это были безумные овации, очень трогательно, очень приятно, и очень тепло от этого на душе. Мы подарили не просто частичку сердца, мы подарили все сердце нежинскому зрителю, каждый из нас. Ну, чуть-чуть оставили нашим зрителям. Чуть-чуть оставили. И очень рада, что отклик был именно такой. И спектакль «Деревья умирают стоя». Дорогие друзья, у нас в студии режиссер-постановщик этого спектакля Василий Алексеевич Цымбал. Василий Алексеевич, будьте добры, почему именно этот спектакль вы повезли на фестиваль? На самом деле, понимаете, прежде всего, мы знали, что это фестиваль женского творчества, то есть несколько, как определенная тематическая составляющая была, естественно. И, конечно, когда было получено это приглашение, то наш художественный руководитель Николай Антонович Кравченко серьезно рассмотрел этот вопрос и остановили свой выбор на именно этом спектакле, поскольку у нас есть две блистательные, мощные женские роли, то есть это роль бабушки, конечно, мы знаем, это роль Марты Изабеллы, то есть есть шикарные роли второго плана, то есть много женских ролей, действительно хорошие, которые можно показать, которые можно раскрыть, и которые можно, так сказать, дать возможность зрителю действительно погрузиться вот в эту атмосферу действительно женского где-то творчества. То есть спектакль подходил хорошо по этим критериям, будем так говорить. И поэтому Николай Анатольевич Кравченко остановил свой выбор вот на этом. И, конечно, мы очень рады, что была такая возможность. Благодарны, естественно, нашему руководству, что мы именно этот спектакль повезли. Вот, и видите сами, мы видели с вами краткий сюжет, да, реакция публики города Нежина. Вот, то есть мы, конечно, очень довольны. Как-то вот таким образом. Павел, как журналист, ты принимал участие, ты поехал с коллективом, и ты принимал участие не только в спектакле, но я знаю, что журналист, он всегда через сердце пропускает любые события. Чаще сейчас приходится сталкиваться с не очень приятными событиями, но театральный фестиваль – это феерия всего, феерия чувств, видений, всего. Анита, ты права. Спасибо за вопрос. Я тебе хочу сказать, что на самом деле
С коллективом Нежинского академического украинского драматического театра я знаком уже несколько лет подряд. Во время встречи на фестивале «Homo Ludens 2015» в городе Николаеве, после спектакля, когда мы шло обсуждение, поскольку я возглавляла альтернативное жюри, во время обсуждения, поделившись эмоциями, я сказал такую фразу: «Давайте дружить домами». На что прозвучало предложение Юрия Николаевича Муквича приехать нашей съемочной группе в город Нежин на фестиваль, который проходит в их городе. Так это ты во всем виноват? Два художественных руководителя ты между подвиг. Собой. Ну, это не мое решение. То есть было предложение два художественных руководителя, директор Нижинского театра и художественный руководитель нашего театра Николай Антонович Кравченко, договорившись, нашли совместно решение для того, чтобы мы все-таки могли поехать. Я тебе скажу, что не просто не пожалел, я туда приехал с горящими глазами, с массой эмоций. Прежде всего, и когда ты говорила, что надо было видеть глаза, так вот я видел глаза Марины Васильевой после спектакля. Я видел ее глаза, когда она выходила на авансцену, и видел ее глаза уже, когда мы писали интервью после. Так вот я тебе скажу, что до сих пор, когда я вспоминаю ее глаза, начинаю волноваться. Потому что волновалась она, волновались мы. Даже сейчас можно волноваться, глядя на Марину Васильеву. У нее были настоящие эмоции. Зритель, своеобразный зритель, который реагировал на какие-то вещи по-своему. Они по-своему смеялись, они по-своему плакали. И в моменты, которые вызывали настоящие эмоции, я поворачивался в зал, я искал глаза людей. Это были глаза полные слез. И реакция зала, действительно, я тебе могу сказать, что на протяжении 15 минут, и это действительно правда, потому что я глянул на часы, автоматически так получилось. 15 минут зал не отпускал наших артистов. На протяжении 15 минут в зале было слышны только аплодисменты и браво. Сегодня вечером выйдет в программе Инги Харжевской расширенный материал. Я, когда общался в антракте со зрителями, кроме слов благодарности и кроме того, что подарили праздник театра, зрители города Нежина не говорили ничего. И еще одно, по случайно такое совпадение было, подошла женщина и задала вопрос, говорит: «Ребят, вы из Николаева?» Я говорю: «Да, спасибо вам большое». Я увидел слезы. Я не мог понять, что происходит. Она говорит: «Я очень долго жила в городе Николаеве, и у меня, вы подарили мне ностальгию, и праздник встречи с нашим театром, с Николаевским театром». То есть, ну, действительно был праздник. И самое главное, знаешь, вот рождается не просто дружба, а тесная взаимосвязь между коллективом Нежинского академического украинского драматического театра и коллективом Николаевского академического художественного русского драматического театра. Почему? Потому что, возможно, это небольшой секрет, но все-таки в программе я его раскрыл. На сегодняшний день идут переговоры Юрия Николаевича Муквича и Николая Антоновича Кравченко об организации. Возможно, сейчас мы не будем говорить, как это будет. По секрету, Павел. По секрету нашему зрителю, да, можем сказать, что идут переговоры об обменных гастролях между двумя театрами для того, чтобы Николаев ездил в Нежин, Нежин приезжал к нам. В беседе с Юрием Николаевичем он сказал, что, скорее всего, это будет уже после Нового года. То есть сейчас они готовятся к новогодним праздникам. У них, понятно, своя программа, так же, как у наших артистов. Да, сначала елки, а потом все остальное. Елки – это святое. Мне пришлось, так вот, довелось пообщаться с журналистами, которые будут освещать. И, кстати говоря, Нежинский театр заимствовал у нас, у нашего Николаевского театра, заимствовал идею приглашать на фестиваль альтернативное жюри. Приехав в город Нежин утром, когда мы приехали в 11 часов, нас пригласили для того, чтобы подготовить сцену, репетиция, мы узнали о том, что, оказывается, на фестивале будет работать альтернативное жюри. Я встречался с этими ребятами, которые будут освещать, и они освещают и будут говорить о нашем спектакле. После всего они сказали, что действительно город Николаев поразил своим спектаклем и игрой актеров.
Ну, напомним телезрителям, что только что закончился в Николаеве фестиваль театральный «Homo Ludens». Напомним, дорогие телезрители, вот только-только он закончился, и наши артисты поехали уже в другой город, да, чтобы вдруг кто-то забыл. Так вот я тебе хочу сказать, что вот этот опыт, роль, какую играет театр, мы об этом говорили и там, и говорим постоянно с нашими коллегами о том, что Николаевский театр делает воспитательную роль. То есть, во-первых, воспитывает журналистов. В каком плане? Что мы учимся, альтернативное жюри фестиваля «Homo Ludens» учится смотреть театральными глазами спектакли. То же самое, наш пример теперь заимствует другой коллектив, то есть зная о том, что это вот действительно хорошо и приятно. И теперь есть коллеги, с которыми теперь уже мы будем налаживать связь, они оставили свои координаты, я оставил свои координаты. И теперь с нежинскими журналистами у нас тоже будет сотрудничество. Ну, в общем, дружить домами за объединение. Я думаю, что наши телезрители тоже за объединение и, конечно же, за дружбу. Василий Алексеевич, да. А будьте добры, спектакль «Деревья умирают стоя», вы сказали, что именно в этом спектакле раскрылись наиболее полно женские роли, которые и вы представили на фестивале. Вы, как режиссер-постановщик, всегда сложно выбирать артистов на определенные роли. У нас есть время, но хотелось бы, чтобы вы приоткрыли вот эту тайну. Как вы, как режиссер, вы так мгновенно выхватываете актрису для роли? Или раздумываете ночь? Вы знаете, как вам сказать? Ну, режиссер, все знаете, есть такая даже глава у Карла Чапака, режиссер читает пьесу. Вот у него есть такое произведение, как ставится пьеса, да? И там по всем моментам начинают распределение ролей и заканчивая уже премьерой. Вот. И вот, понимаете, когда ты читаешь пьесу, да, естественно, ты прикидываешь себе варианты, есть ли в театре на сегодняшний момент артисты, которые подходили бы, ну, это первое называется, подходили бы по разным критериям, потому что это и возраст артиста физический, и психологический возраст артиста, и внешние данные, и внутренние данные, и его амплуа по возможности, потому что мы все знаем, что у каждого артиста есть наиболее тяга к каким-то, скажем, ролям, у кого-то характерным, да, у кого-то, допустим, комическим, драматическим, то есть разные есть амплуа, жанры работы. Хотя очень нередкость бывает такое, что вот артист всю жизнь работал, скажем, в комических каких-то ролях, да, и вдруг он играет прекрасную трагедию. Будем говорить, ну, есть великий пример, да, мы все знаем Андрея Миронова, да, как знаменитого артиста комических фильмов, да. Но, который да, очень да, и вдруг выходит фильм «Сказка странствий», да. И мы видим Миронова в единственной роли совершенно другого жанра и амплуа. Да? Точно так же и в театре, в принципе. Вот, естественно, при выборе пьесы всегда, конечно, смотришь, думаешь, но есть и такой момент, когда уже даже если выбрали кого-то, да, начинается работа, и ты внезапно понимаешь, что, может быть, нужно что-то изменить. То есть не всегда артист, вот когда начинает работать, да, сложно. А бывает наоборот, что сначала при репетиционном процессе артист вот не чувствует материал, а подходя к финалу уже, то есть к премьере, он вдруг включается, для него что-то внутреннее открывается. Ведь артист – это творческая личность прежде всего, да, и все зависит на состоянии от него. Он должен понять для себя, что он чувствует, он должен вжиться в эту роль. Вот. Если это получается, выходит действительно то, что хотелось бы на финале, да, на премьере. Вот. Поэтому, конечно, это очень большая ответственность, и это взаимная работа во многом режиссера и режиссера с артистами потом. Кричите на артиста во время репетиции. Ну, вы знаете, я не любитель таких дел. Это как бы вот такой стереотип у режиссеров, что режиссер должен обязательно кричать на артиста. Знаете, когда говорят, это говорят и об артистах чаще, знаете, когда на сцене начинается крик, да, заканчивается искусство. Знаете, кричать смысла нет. Есть смысл того, чтобы тебя понимали артисты, и чтобы ты понимал артистов. Это сложнейшая взаимосвязь. Вот Мария Викторовна не даст соврать. Когда мы работаем над ролью, вот в частности даже над ролью Марты Изабеллы, объяснить человеку, почему так происходит, почему его герой должен вести себя следующим образом, что он чувствует. Очень часто мы при работе с артистами начинаем выстраивать линию жизни их персонажа еще до появления на сцену. То есть, что, почему, вот, там, актер должен сыграть сцену, да, что его персонаж хочет покончить жизнь самоубийством. Это есть тут даже в пьесе «Деревья умирают стоя». Мы должны разобраться с артистом, чтобы он прочувствовал это состояние. Что предшествовало? Придумать, что предшествовало этому шагу. И также в каждом моменте
То есть, если мы говорим о роли бабушки, да, в «Деревья умирают стоя», блистательно сыграла Сталина Васильевна. Мы с ней тоже очень долгое время разбирались, что, как, почему, какие взаимоотношения были в той семье, что происходило. То есть, понимаете, при выборе артиста это первый этап. Дальше уже идет вот эта сложнейшая работа. Ну, а крик, извините, здесь никому не нужен, творчество. Анита, если позволишь, хочу добавить, что кроме работы артистов, знаешь, говорят, нет мелочей в театре, это действительно так. Потому абсолютно что верно. Я видел работу команды, то есть мы стали свидетелями того, как Василий Алексеевич, несмотря на определенные сложности, не будем их озвучивать, он вышел вместе с монтировщиками на сцену, он готовил декорации. Там, в была, сложность, да? Была сложность в том, что сцена в Нежинском театре несколько меньше, чем в Николаеве. Приходилось искать какие-то способы для того, чтобы все-таки то, что было в Николаеве, поставить и все-таки на Нежинской сцене. Все удалось. И люди ни разу друг на друга не повысили голос. Добрые слова нужно сказать об монтировщиках. Это Олег и Саша. Да, два человека, которые вместе с Василием Алексеевичем делали просто чудо. У меня на глазах рождалось чудо, понимаешь? Опять-таки, да, реквизиторы, гримеры, костюмеры. То есть там была действительно большая команда. Опять-таки, что касается реквизиторов. В спектакле «Деревья умирают стоя» есть волшебник. Фокусник. Да. Так вот, почему мелочей? Там очень много у него появляется предметов в руках. И вот насколько надо человеку внимательно подготовить артиста к тому, чтобы у него было под руками все на сцене, чтобы он не терялся. Великолепно, понимаешь, это действительно настоящая команда, которая работала. Я хотел бы дополнить, понимаете, когда-то мой покойный дед, Константин Петрович Сын, был тоже бывший режиссером театра в свое время, главным режиссером Донецкого оперного театра, потом режиссером телевидения, который начинал заниматься телевидением в городе Донецке. Он говорил, я был маленький, говорит, внучок, говорит, запомни. Говорит, если тот человек, который подметает сцену, не уберет оттуда гвоздик, артист споткнется и проколет ногу. Если свет не включит осветитель, будет темно. Если звуковик музыку не даст, будет глухо. И говорит, в театре нет ни одного второстепенного человека. Поэтому действительно тут Павел абсолютно прав. Вот я, пользуясь случаем, эти люди меня слышат, они меня слышали тогда, они меня слышат сейчас. И для всех телезрителей скажу, что колоссальные слова благодарности, хочется сказать, и монтировщикам, и всем-всем цехам, и парикмахерам, и гримерам. И, потому что действительно люди работали достойно, и они работают достойно. Каждый спектакль, поэтому, дорогие телезрители, каждый раз, когда вы приходите в наш театр, я надеюсь, это случается часто, вот, знаете, что помимо тех замечательных ролей и тех артистов прекрасных, которых вы видите на сцене, за ними стоят еще много-много других людей, без которых это прекрасное действие, которое мы называем спектаклем, никогда бы не состоялось. Вот. Поэтому театр действительно единый живой организм. Вот. И очень приятно, что в нашем театре этот организм существует и работает слаженно. Марина Викторовна Васильева, кроме того, что она актриса, исполнительница одной из главных ролей, она еще и заведующая литературно-драматической частью нашего Николаевского академического художественного русского драматического театра. На ней лежала ответственность, кроме того, что хорошо сыграть, она очень переживала за то, чтобы передать информацию о нашем спектакле, о нашем театре, передать коллегам, которые работают в Черниговской области, в городе Нежине. Четко, она переживала за то, чтобы пресс-анонсы вовремя ко всем попали. То есть, Павел, понимаешь, давайте, у нас остается всего две минуты, давайте дадим Мариночке слово, чтобы и зрители посмотрели на ее глаза, в ее глаза, и чтобы насладились красотой Мариночка. Ну, и два слова, Павел, извини, что я тебя перебила, но хочется, чтобы Марина... Ну, в качестве руководителя литературно-драматургической части, вот конечно, так, Павел, хочется говорил. Сказать, что... Пришлось, приходилось за все переживать, приходилось еще и роль. Безусловно, за многое отвечать, и в первую очередь хотелось внедриться в информационное пространство Нежина, безусловно. И большая работа была проделана еще до поездки, нужно было со всеми связаться, предложить всем наши анонсы, рассказать о нашем театре. И то же самое я делала перед спектаклем в Нежине. Действительно, не очень много времени было на подготовку.
подготовку именно к роли. Это действительно честно, и нужно было познакомиться и с журналистами, и с альтернативным жюри, и обо многом переговорить. Очень много нюансов, о которых, в общем-то, так не хочется рассказывать, но... Но из них тоже состоит работа, но из них тоже состоит например, работа, один да. из наших артистов — это просто птичка, это голубь, и за ней тоже нужен был уход. Ее нужно было эту птичку и покормить, и чтобы она не волновалась и не нервничала, и определить, и поселить. И это целое дело, на самом деле. В общем, и еще что хочется сказать. Почему мы вот так сейчас подчеркиваем о том, что команда слаженная, команда хорошо отработала, условия были непростые. Легче говорить о работе коллектива, когда есть некий комфорт. Так получилось, что мы играли очень большой спектакль «Дракон», очень серьезный спектакль накануне поездки. Просто не могли в тот же день, в день показа «Дракона», уехать в Нежин. Поэтому мы приехали в Нежин в день открытия фестиваля, то есть в тот день, когда мы должны были играть. Материал, как я сказала, очень многоплановый, очень сложный для артиста. И вот утром мы приехали с поезда в электричку, с электрички в автобус, с автобуса в гостиницу, буквально там за полчаса поселились, уехали на репетицию. Все настолько происходило быстро, нужно было работать очень четко. Мы справились, это было замечательно. И слава Богу. Результат вы видели. Все быстро, как и пролетел, друзья мои, очень быстро наш эфир. Но я думаю, что вы не пожалели в том, что присоединились к нам. В прямом эфире телеканала «Николаев». А у нас были в гостях Василий Цымбал, режиссер-постановщик Русского художественного театра, Марина Васильева, ведущая актриса, и мой коллега Павел Москалев, который был глаза, уши и душа этого замечательного фестиваля. Друзья мои, це була розмова на тему. На все добре.